На конкурс дети читают стихи. Читает Игонина Алена, 10 лет, город Челябинск, стих события, автор Сергей Михалков. В снегу стояла елочка, зелененькая челочка, смолистая, здоровая, полутораметровая. Произошло событие в один из зимних дней. Лесник решил срубить ее, так показалось ей. Она была замечена, была окружена, и только поздним вечером пришла в себя она. Какое чувство странное, исчез куда-то страх. Фонарики стеклянные горят в ее ветвях, сверкают украшения, какой нарядный вид. При этом, без сомнения, она в лесу стоит, не срубленная, целая, красива и крепка. Кто спас? Кто нарядил ее? Сынишка лесника.